Поехали! Вы когда-нибудь кидали вот такую тарелочку на пляже? Так вот, это беззаботное времяпрепровождение оказывается теперь официальный вид спорта, да? Да. Вышагиваем, так. Не забываем вышагнуть. Оп. Да. И мне. Вот, хорошо, да. Нормально был бросок? Все хорошо. Руку вытянули и в конце кистью поработали. Все. О! Да. Больноватенько. Конечно. Бывает. Но зато он дальше никуда не убежит. Это не контактный вид спорта. То есть мы здесь не толкаем друг друга, не забираем из рук диск. То есть здесь все идет на взаимоуважение, взаимопонимание. Задача. Есть поле, как вот у нас сейчас представлено. Делится оно на три зоны. Две голевых и одна игровая. То есть, допустим, вот здесь по синей линии одна зона, там вторая зона. Задача между игроками своей команды перепасовать диск в воздухе так, чтобы поймать его в зоне противника. При этом защитник, противоположная команда, он мешает вам его поймать, не толкая вас ничего, просто он с вами бегает на опережение, его задача диск перебить в воздухе. Сделать так, чтобы он коснулся земли, ушел в аут, но главное, чтобы произошла потеря и уже он продолжал свою атаку. Если человек диск в зоне забирает, ловит, то значит, что он забивает очко и данный розыгрыш они выигрывают. Краем глаза уже посмотрел, как вы кидаете. Вы же вообще кидаете хоть там как-то там. Да, там, это, вот так. Даже так, да? Можно. Потому что это зал, а в зале нету ветра. Это мы на улице бросаем в основном бэкхенды, вот эти форхенды, а в зале мы бросаем в основном верхние пасы. Все, которые только возможны. Вот. Потому что их тяжелее поймать, получается? Потому что они быстрее. Вот этот пас, который мы с вами учим, он такой плавненький, он не так долго будет идти и так далее. Я могу сейчас на примере секунду. Дима, можешь на секунду вот сюда подойти? Вот это пас бэкхенд. Он летит, он плавненький, с ним все хорошо. Диме замечательно, он в зоне поймал. Но вот за таким пасом бежит также защитник. И его быстро перебить, а если мы в зале, мы делаем что? Правильно, мы делаем более резкий пас, высокий, который наш двухметровый Дима спокойно заберет. Все. Может быть, только от 10 лет, потому что у детей уже на 10 лет сформирована кисть, можно и раньше, но будет проблематичней. Наша главная задача, чтобы была сформирована кисть, было понимание, как вообще бегать и все. А в принципе, вот сейчас на поле находится средний возраст, ну, может быть, 24 года, да, то есть здесь в любом случае все либо студенты, либо недавно закончили университет, но у нас есть также школьная команда, где средний возраст 12 лет, поэтому здесь у нас играет любой полувозраст. Мы только за научить всех желающих. Нужно двигать корпус. Обязательно. Нужно пространство, потому что иначе я вот так сильно не дам. Ну, я, скорее всего, сильно дам, потому что... Понятно. У меня постоянные упражнения бросковые. А да. Здесь нет. То есть, если я выкидаю... Я правый всегда шагаю направо. Да, если да, кидаю да, правый, да. Всегда. У вас опорная левая, вы в игре не можете опускать опорную ногу. Ага. Если вы, допустим, вот я вышагиваю, и убрал опорную, это пробежка. Угу. Я не имею права с ней никуда ходить. Я вот оставил ногу, вам отдал. Зачастую новенькие играют в позиции так называемых лонгов. То есть они в основном ловят диск. Есть хенды, которые бросают диск. То есть это более опытные игроки. Я что-то между. Я занимаюсь где-то лет 5. Но с перерывами какими-то. Поэтому, в принципе, я с диском... Неплохо работаю. И как бы поймать тоже без проблем. Как диск мы наклоним, так он и полетит. Если я наклоню диск в сторону, он и полетит дугой. Ага. Поэтому задача как можно горизонтальней. Вот, хорошо. Только чуть пораньше опустить. То есть вот, я вытянул руку и отдал. Мне нравится, что, во-первых, нестандартно, потому что, ну, как-то футбол, волейбол, это все уже заезжено, скажем так. А это новый спорт, хочется его продвигать, очень интересный, какие-то новые правила. Ну, ты как-то чувствуешь себя особенным, что ли, когда в него играешь. Ой-ой-ой. Аккуратней. Гол! Перепутал немножко игру.